Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас 20.05.2022 года в поселке Витязево. Нахожусь на пересечении бульвара Шардоне и улицы Горького. У нас здесь огромное количество изменений, которые я вам сейчас покажу. И сегодня мы прогуляемся к морю. Интересная, полезная, познавательная прогулочка. Посмотрим, что работает, что нет. Синоптики вроде по погоде ошибаются. Ну, будем сравнивать текущую погоду с показаниями. Нас сегодня обещали не больше 18. Единственный большой минус, что в ближайшие дни на всем Черноморском побережье обещают южные ветра, где-то в районе 8-9 метров в секунду, и в порывах даже будут где-то и больше. И у нас сейчас предупреждение, что ветер в порывах может быть до 20 метров в секунду, это уже ураганные показатели, так что если вдруг приехали к нам, берегите себя, потому что ниоткуда не возьмись, может появиться порыв и что-нибудь сломать, это ветки, сучья, перевернуть какие-нибудь лотки незакрепленные, так что будьте внимательны и самое главное, чтобы уже те предупрежденные. 10 дней остается до лета, у нас везде еще идут строительные работы, подготовительные работы. В общем, вовсю готовится. Но есть положительные моменты, то, что здесь поубирали мусор. Сейчас прогуляемся, это прям радостно. С левой стороны у нас тут, походу, будет открываться какой-то магазин. Убрали часть газона, делают парковку, я так понимаю, рядышком с остановкой. Интересный, конечно, проект, решение. В общем, зелени мы здесь так и не увидим. Обидно, конечно. Может быть, вот этот кусочек бы хоть бы пару деревьев посадили. Самое важное, что изменилось, покосили траву, убрали мусор. Видим, что в мешки поскладывали, поставили рядышком слева-справа. И здесь вид прям поменялся. Тут уже можно сказать, друзья, смотрите, действительно готовятся. И бульвар Шардоне в том числе, чтобы вы приезжали, наслаждались. Правда, еще ничего не открывается здесь слева справа, но мы надеемся на то, что в скором времени и здесь торговые площади запустятся. Ну, спасибо вам за чистоту, прямо от души, красота какая. Наконец на этом проходит тоже приводится все в порядок. Открывается уже у нас наливайка, музычка там играет, ну, по крайней мере, подготовка идет. Столовая пока Екатерина закрыта, как и сам гостевой дом еще не работает. Я каждый год жду, когда начинают появляться розы. В этом году из-за того, что погодные условия очень долго не были хорошими, у нас розы запаздывают. Но посмотрите, сколько их тут появится. Вот возле гостевого дома Екатерина все кусты уже в бутонах, а некоторые уже распустились и даже открылись. Просто фантастик. Травку всю покосили. Люди жалуются, что рабочие с вон тех строек, которые идут у нас на территории Жемчужной России, после работы выходят распивать спиртные напитки здесь, на бульваре Шардоне, и бросают весь этот мусор здесь. То есть он летит везде. Так что было бы хорошо, если бы нас обратили внимание, как говорится, наши власти. На кольце на самом белая кашка. Смотрится тоже очень красиво. Слушайте, ну насколько ошибаются синоптики? Вот вам дождь, вот вам, пожалуйста, холодно. На самом деле, иду прям довольно-таки тепло и прекрасно. Добрый. Обошли южное кольцо. Достал градусник. Сейчас через пару мгновений узнаем, какие температуры. Все в зелени. Радует, что местами прям хорошо покосили газоны. И мы можем увидеть с вами первые рабочие торговые павильоны. Что же у нас тут продают? Это вот все шапочки. Уже даже люди меряют курортный ассортимент. И с правой стороны разнообразные сувениры. А здесь у нас идет водоочистка. Я так понимаю, что действует именно так, чтобы было все чисто, красиво и хорошо. О, даже смотрите, установили сетки, чтобы оттуда мусор сюда не проходил. Марсель все еще не открывается, но требуется посуда, мойки, кухонные рабочие. Насколько я помню, здесь были деревья. Что-то сейчас так ничего не осталось. Бетон, бетон, бетон. Грустненько выглядят такие, конечно же, походы и проходы. Хочется больше деревьев, зелени, чтобы идти в тени на море. Розы, конечно, тоже хороши, но этого, мне кажется, очень мало. Нет такого, что битком наставлены машины возле гостиниц. Огромное количество людей. То есть все очень пусто пока. Просто вот несколько всего лишь роз выскочило. Но они дарят такой аромат розы. Прям стоит такой цветочный, цветочный. Шалманчиков больше не будет. Уже все поубирали и строят еще один корпус для детей. С левой стороны бригантина. Запускаются эти торговые ряды потихонечку. С тоже с товарами курортного ассортимента. К большому сожалению, пока везде заборы, заборы.
улица Серебряно-Знойная. В ту сторону, кстати, на ней, в районе улицы Мира, будет работать Артур со своими шашлычками. Прикладывали какие-то коммуникации, но пока непонятно, что это и как это должно работать. С левой стороны океана запускается магазинчик, дальше есть Алкомаркет. О, первые отдыхающие. Ребята, откуда приехали? Иркутска. Хорошего отдыха. Спасибо. Иркутск. Самое главное, это, конечно же, трогательные фонтаны. Мы без них прям жить не можем, скучали. Хинкальная. Пока не вижу, чтобы запустилась. Надо, кстати, будет поинтересоваться, будут ли они же в этом году. Джаник меня уже замучил, когда хинкальная откроется, говорит, пойдем хинкали кушать. Проверяется работа по полной программе, чтобы все функционировало целиком. Ну, шикарно же выглядит резервы. Точки работают, там вещи продают. То есть потихонечку жизнь приходит на этот проход. Улица Барханная называется это место. Ну, блин, такие вот моменты, что еще не убрано. Сюда даже кто-то сносит свой мусор. Это прям грустненько. Наоборот, должно быть все идеально чисто, чтобы люди хотели побыстрее приехать и своими ножками здесь пройти. Еще семейство отдыхающих. Таллах, город как-то так сказали, называется. Может, я неправильно расслышал, но в любом случае мы рады всем и хорошего отдыха. Считанные шаги мы выходим на море. Через площадь перед аквапарком еще проход не открыли, к большому сожалению. Аквапарк пока еще не работает, забор пока еще этот не убрали. Это все дело нескольких, как говорится, секунд. Представляете? Конечно, думаю, что нам не хватает? Машины на пляж. Количество переодевалок увеличили. Это тоже не может не радовать. И на них сейчас идет, конечно, обклейка рекламы. Ставят переодевалочки Красная площадь и как бы будет вешать на них свою рекламу. Говорят, что их очень много в этом году становится непосредственно по пляжу. Это очень хорошо. Чем больше переодевалок, тем меньше очереди. Можете вспомнить, как в прошлом году вот тут было две или даже одна переодевалка, и на нее стояло огромное количество людей. А сейчас уже как минимум я здесь три вижу, и еще впереди несколько штук есть. С левой стороны пляж Бригантина, он уже огородился забором. С правой стороны у нас пляж Санаторий Аквамарин. Забором пока еще не огородили. Вот такая вот движуха здесь у нас на пляже. О, еще у нас отдыхающий пляж. Здравствуйте, а вы откуда? Здравствуйте, мы с а город? Петербург. Хорошо, отдыха, спасибо. Прям хорошая география. А много людей сейчас в Аквамарине? Ну, я думаю, не так много, как сезон, но и немало. То есть нормально, да? Ну, я думаю, больше половины. Спасибо большое. Вот больше половины загрузка Аквамарина. Туалет, душ. В прошлом году в это время уже большее количество пляжей было готово. Интересно, конечно, что этот мужик там возле этих лежаков делал. Мы выходим к морю, дорогие друзья. В этом году, кстати, перед пляжем Аквамарина не установили аэрарии, которые спасателям могли мешать обзору спасения людей. Виды шикарные, конечно. Море штормит. Ветер еще не в полную силу дует, он будет сильнее. И выкидывает мусор. Вот он, паркамерамон, гидроцикл, парашют, банан. Выставили уже точку. То есть развлечение на пляже будет. Валяется мусор штормовой, но это все уберут. В ту сторону вижу там двоих загорающих. В общем, друзья, если вдруг вы приехали сейчас к нам на отдых. Давайте сначала. Морюшка, привет тебе, дорогое. Если вы хотите отдыхать, загорать, получать удовольствие, но вам мешает там погода, ветер, идите на дюны и за дюны. Вот сейчас у нас ветер дует с моря. Мы в детстве всегда, когда было прохладно, купались и убегали на дюны. То есть и
получали, ой, меня море чуть-чуть обдало, супер какое-то закаливание и никогда в детстве не болели. Это было очень круто, чего вам всем и желаю. Поэтому искупались за дюны, солнышко светит, воздух морской, песочек там будет тепленький. Главное спрятаться от ветра, потому что безветренные места, там 22 и выше температура. Думаю, даже до 30-ки можно на солнышке разогреться. Главное, чтобы не было дождя. В общем, всем хорошего отдыха. Давайте узнаем, какие температуры здесь у нас на пляже.
дорогие друзья, температура у моря, воздуха 18,6, температура водички 17,5. Хочется, конечно, великолепной погоды, чтобы у всех все было хорошо, никто не болел. Вы к нам приезжали, наслаждались, и все у вас лучше всех получалось. Ну, все по факту, все как есть. Пляжи готовятся, людей на них пока еще нет. Это 10 дней до лета. Может, я многого хочу, а может быть, просто погода нет хорошая. Ну, в любом случае, передаю вам счастье, здоровье с наших берегов. Знаете, что самое главное, позволяйте себе немножечко отдыхать. И мы будем надеяться на встречу с вами на побережье Черного моря где-нибудь обязательно. С вами был Юрий Азаровский. Не забывайте поддержать лайкосик под видосик. И всем море побольше.